Это история Леонида Млечина для тех, кому не безразлично наше прошлое. Сбываются наши с вами худшие прогнозы. Талибы берут один город за другим, и практически никто не сможет их остановить. Силы талибов примерно 75 тысяч бойцов. Им противостояла афганская армия численностью в 350 тысяч человек, оснащенная артиллерией, бронетанковой техникой, авиацией. Авиации у талибов нет, но они наступают, и скоро вся страна окажется под их контролем. Движение «Талибан» – преступная организация, террористическая организация, запрещенная на территории России. Я говорю это не только потому, что должен это сделать, а потому, что это очень точно характеризует режим, который вскоре установится на территории целого государства. Мы не знаем точно, с какими идеями и надеждами возвращаются лидеры талибов к власти, но мы можем точно предположить два последствия. Первое. Талибы, конечно же, станут помогать своим соратникам и единомышленникам на территории соседнего Пакистана. Дело в том, что талибы – это движение пуштунов, это самая заметная этническая группа в Афганистане. Пуштуны живут и по ту сторону границы, в Пакистане. И движение «Талибан» достаточно заметно в Пакистане. Талибы проникли в пакистанский офицерский корпус. А Пакистан – это страна, обладающая ядерным оружием. И если, по примеру афганских талибов, пакистанские талибы тоже захотят взять власть, то они получат в управление государство, располагающее ракетно-ядерным потенциалом. Но можно точно совершенно сказать и другое. А талибы дадут возможность развернуться двум самым опасным террористическим организациям. Одна из них – это люди Осамы бен Ладена, которые давно нашли приют под крылом талибов и которые когда-то организовали самые страшные в истории, скажем, Соединенных Штатов террористические акты 11 сентября 2001 года. Точно так же под крылом талибов нашли приют и найдут приют те бойцы исламского халифата, те люди, которые на территории Сирии, Ирака пытались создать исламское государство, исламский халифат, точнее, потому что это больше, чем государство. Это, их надежды были связаны с созданием всемирного халифата. Разгромить их. Чтобы разгромить их, потребовались усилия немалого числа государств, но они на самом деле никуда не исчезли, а нашли приют под крылом талибов. И теперь, когда движение «Талибан» получит свое распоряжение целое государство, то огромные массы этих боевиков получат возможность превратить это государство в базу для новых террористических акций. Возникает вопрос, как же все это могло произойти, к чему это все приведет, и может ли кто-нибудь этому помешать? Никто, конечно же, в Соединенных Штатах не предполагал, что дело обернется таким образом. Когда президент Джо Байден принял твердое решение вывести все американские войска с территории Афганистана, которые находились там почти два десятилетия, он искренне, судя по всему, полагал, что созданное на американские деньги, оснащенное американским оружием и обученное американскими инструкторами, государственная, правительственная армия сможет точно противостоять талибам. И ошибся. Армия рассыпается на глазах. По той же причине, по какой талибы взяли власть в первый раз три десятилетия назад. Я это хорошо помню, это происходило на моих глазах. Это, правда, был момент, когда Афганистан в начале 90-х решительно никого не интересовал. Но надо понимать, что Афганистан как государство давно прекратил свое существовать. Это вполне спокойное, нормальное, такое миролюбивое государство было разрушено Саурской революцией 1978 года, когда молодые офицеры взяли власть. Они разрушили государство, пытаясь преобразовать его по советскому образцу. Возбудили против себя дикую ненависть еще и потому, что они пытались уничтожить религию. И тогда там зародился радикальный исламизм, которого прежде на территории Афганистана не было. Чтобы поддержать их, советские руководители, совершенно не представляя себе, что такое Афганистан, отправили туда войска, а это породило жесточайшую реакцию множества исламских режимов, которые объявили джихад, которые стали посылать туда добровольцев, а их поддержали Соединенные Штаты, потому что это был разгар холодной войны, и Китай, потому что это было время, когда Пекин и Москва были на ножах.
и там началась гражданская война, которая не только убила множество людей, наших людей там погибло много, еще больше погибло афганцев, само государство перестало существовать, оно просто рассыпалось. Не правительство перестало существовать, не политический строй, а государство как устройство жизни, все рухнуло и рассыпалось. Закончил все достаточно печально. Горбачев вывел советские войска, к власти пришли маджахеды, ну, те, кто воевал против тогда кабульского правительства и против частей советской армии. Но они не смогли воссоздать государство. Оно перестало существовать, скажу еще раз. И тогда на этих обломках, где немалую часть населения представляли собой молодые люди, которые никогда и ничему не учились, никогда ничего не видели, ничего, никакой книги в руках не держали, вообще в руках, кроме автомата, ничего не держали. Там и зародилось движение «Талибан» как движение, которое обещало восстановить нормальную жизнь. И немалое число афганцев, не городского населения, а сельского, ухватилось за эту идею, поддержало талибов, потому что они обещали навести порядок, восстановить справедливость, наладить нормальную жизнь, и тогда талибы неостановимо взяли власть. Взяв власть, они превратили Афганистан в тоталитарный режим и приютили у себя боевиков Осамы бен Ладена. Что привело впоследствии к крушению этого режима, потому что после терактов 11 сентября тогдашний президент Соединенных Штатов Джордж Буш-младший принял решение не только уничтожить не только самих террористов, но и режим, который их поддержал. Так высадились. По этой причине американские войска в конце 2001 года высадились в Афганистане. Режим талибов рассыпался, и тогда казалось, что под прошлым подведена черта, что начинается новая жизнь, что если вложить туда деньги, усилия, если потратить на это какое-то время, Афганистан вернется к нормальной жизни. Не вернулся. А в Афганистане сегодня всего 43% грамотных людей. Даже себе трудно себе представить. Много меньше половины. И грамотных весьма относительно. Но могут прочитать на вывеске какой-то магазин, что здесь можно купить. Большинство неграмотно, никогда не учились. Множество людей, которые определяют политику, жизнь в стране, абсолютно неграмотны. Не только крестьяне неграмотны, но и их властители тоже. Это разрушенная страна, и восстановление она не смогла. Ну, в городах вот эти два десятилетия что-то восстановилось, а в целом по стране нет. Поэтому множество людей готовы вновь вернуться под крыло талибов в надежде, что наступит какая-то успокоенность, что коррумпированных властителей выметут, что те, кто повышает цены или тебя как-то обманывают, накажут, а талибы обещают все это сделать. Поэтому движение талибов к власти совершенно неостановимо. Соединенные Штаты, на самом деле военные, давно понимали, что эта война проигранная. Стало ясно это еще примерно в 2005 году при Джорджа Буша-младшем. А потом президентом стал Барак Обама, и ему доложили о том, что выиграть войну с талибами невозможно. И Барак Обама хотел вывести американские войска еще в годы своего президентства, но военные всячески отговаривали и говорили ему, что как только ты выведешь войска, там к власти немедленно вернутся талибы, и все вернется на круги своя. Поэтому американские войска оставались, и там пытались. Только теперь, на самом деле, мы узнаем, как и что происходило. Американские войска старались не вести боевые действия против талибов, они охотились в основном на боевиков Осамы бен Ладена, потом охотились на боевиков, которые пытались создать всемирный исламский халифат, самих талибов не трогали, потом начались переговоры с талибами в надежде найти какой-то, как говорят умные люди, модус вивенди, способ сосуществования, получить от талибов какие-то гарантии того, что если войска будут выведены, они наладят какую-то нормальную жизнь. Все это было совершенно бессмысленно, потому что руководители талибов всегда были уверены, что рано или поздно они одержат победу, и всем иностранцам придется бежать из их страны, и они совершенно не намерены отступать от своих целей, от своих методов. Ну, в последний год политические руководители талибов говорили, что нет, у нас все будет по-другому. На самом деле сейчас, когда войска талибов занимают один город за другим, видно, что все будет точно так же. Они опять установят жесточайший режим, и отступление от него совершенно невозможно. Может ли кто-то
остановить талибов, и что вообще там сейчас в этом регионе будет происходить. Ведь дело стоит не только в том, что произойдет с самим Афганистаном, а в том, что будет происходить с его соседями, ближними и дальними. Но там есть серьезные соседи, есть, скажем, Китай, который страшно напуган, вообще говоря, исламистами, радикальным исламизмом, который у себя в стране драконовскими методами подавляет собственное исламское население в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Поэтому симпатии к талибам китайское руководство не испытывает. Но при этом китайские руководители, наверное, самые прагматичные в мире. Поэтому они готовы мириться с любой идеологией у соседей, лишь бы можно было реализовать свои замыслы. Поэтому мне представляется, что Китай вмешиваться в афганские дела сейчас не станет. Но есть государство, которая заявляет о своей готовности заняться Афганистаном, наладить отношения с талибами и показать свою мощь и свою способность решать любые проблемы. Это Турция. Президент Эрдоган уже заявил о своей готовности встретиться с лидером движения «Талибан» и действует по двум направлениям. С одной стороны, Эрдоган обещал американцам, если договорятся, взять под контроль кабульский международный аэродром, обеспечит там полную безопасность, что имеет колоссальное значение для американцев, потому что, с одной стороны, из Кабула уже эвакуировались почти все посольства иностранные. И, кстати говоря, это был, наверное, самый ясный символ того, что дело проиграно. Потому что, с одной стороны, эти дипломаты, покидая Кабул, говорили, обращаясь к все еще существующему афганскому правительству, вы, дескать, продолжаете свою борьбу, но своим исчезновением они доказывали, что дело проиграно. Понятно, что все государства должны заботиться о судьбе своих дипломатов, ни в коем случае не допускать возможность, чтобы их захватили, но одновременно это свидетельство, конечно, полного провала политики. Но там все еще остается американское посольство. Оно готово к эвакуации. Вот только что пришли сообщения о том, что несколько тысяч морских пехотинцев частично размещены в Кабуле, частично в соседнем Пакистане. Задача мгновенно долететь до Кабула и прикрыть эвакуацию. И это, пожалуй, самое неприятное для американских политиков, потому что американские коллеги, мои журналисты сразу же вспомнили 1975 год, когда американские дипломаты эвакуировались из Южного Вьетнама, когда многолетняя гражданская война была там проиграна, когда Южный Вьетнам, поддерживаемый американцами, потерпел поражение, когда наступали их противники, как они брали Ханой, и как эвакуировали посольство просто на вертолетах. Это, ну, кто видел эти кадры, знает, там просто люди цеплялись за вертолеты в надежде, что их заберут с собой. Это такой в американскую историю вошел, эта картина вошла как символ полного поражения, полной неудачи, полного провала. И губительно отозвалась на карьере некоторых американских политиков. Джо Байдену, конечно, этого ничего не хотелось бы, но похоже, что эвакуация будет происходить точно так же. Так вот, это открывает перед Эрдоганом большие возможности. Во-первых, его обещание взять под контроль аэродром и вообще Кабул означает, что он готов там противостоять талибам. Зачем он это делает? По двум причинам. Ну, во-первых, ему нужно наладить отношения с Соединенными Штатами и утвердить свое положение внутри НАТО, поскольку он ведет очень самостоятельную политику и делает то, что хочет, то отношения его и с американцами, и с европейцами сильно ухудшились. Теперь, если он способен будет выполнить свое обещание, то все остальные окажутся у него в долгу. Это имеет для него большое значение. Второе. Турки боятся, что к ним тоже побегут беженцы. Турция и так находится в трудном положении. В Турции примерно 3 700 000 беженцев из Сирии. Это большая обуза. Конечно, Европейский Союз выплатил уже несколько миллиардов евро Турции за то, что она взяла на себя эту миссию. Еще столько же будет выплачено. Но Эрдоган считает, что мало, что его расходы составят 30 миллиардов евро и намерен получить деньги с Европейского Союза, но он озабочен крайне тем, что у него появятся новые беженцы, это создаст ему тяжелую проблему, поэтому он хотел бы этого избежать.
и каким-то образом поладить с талибами. Но думаю, что есть и другое намерение. Конечно, показать себя человеком, политиком, вождем, который способен решить любую проблему, который способен взять под контроль взрывоопасный регион. И тогда множество государств окажутся у него в долгу, потому что соседи Афганистана в полной тоске, если говорить по-простому, потому что, во-первых, волны беженцев уже устремляются к их границам, но это только начало. Главное, что потом к их границам могут устремиться уже не беженцы, а террористические формирования. Это пугает решительно всех. И все пытаются каким-то образом заигрывать с талибами, там, начиная с Ирана, который, с одной стороны, боится талибов, а с другой стороны, пытается наладить с ними контакты, и очень много им разрешает, там, в частности, про контрабанду наркотиков и так далее. Поэтому перед Эрдоганом открываются невероятные возможности показать себя виднейшим государственным деятелем, политиком, способным взять под свое крыло целый регион. Надо иметь в виду, что это все может привести к большим последствиям. Но главное состоит в другом. Когда талибы возьмут власть, то мы окажемся совсем неподалеку от государства, где будет не просто установлен тоталитарный режим, а где у власти будут находиться люди, для которых терроризм – самая естественная, самая понятная и самая простая вещь, которой они должны заниматься. Это способ, для них это способ решения всех проблем. И они охотно к этому прибегают, о чем свидетельствует недавняя история Афганистана и его соседи. Истории, которые мы с вами неустанно изучаем и будем изучать. Ну, чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал в YouTube.